Завтра я сотру эту кровь. Ей нельзя доверять. Кто, Скайлор? Ха, с этим не поспоришь. Не понимаю, что ты в ней нашел. Слушай, Скайлор и я... В общем, все сложно. Ты об этом хотела поговорить? Нет, конечно, нет. Наш друг Брайман прослушивал переговоры немцев. Он говорит, что весь город поднят на уши из-за пропавшего после крушения поезда ученого. Ты на море? Пришло время рассказать, во что ты ввязался. Меньше знаешь, крепче спишь. Ты мне не доверяешь? Ай. Доверяй мне. Как дела с революцией? Надвигается нечто особенное. Что-то большое. Морис мне все расскажет. Вы, французы, не умеете держать секреты. Еще нет, но скоро. Сперва мы соберем наши силы. Нужно встретиться с нашими друзьями к югу от реки. Нам нужны транзитные документы. Хочешь, чтобы я пошел и потряс испанца? У тебя назначена деловая встреча, верно? Да, но я не доверяю ублюдку. Иди к Сантосу, друг мой. Когда сможете, найдите меня. Нужна другая машина. Был занят, ирландец. Я много чего слышу. Тебе нужно быть осторожней. Человеку с твоим родом занятий репутация может только навредить. Работники черного рынка такие же, они зарабатывают на доставках обеим сторонам. Я капиталист. Мне все равно, как вы себя называете. Чтобы работать к югу от реки, мне нужны транзитные документы. Понятно. И какое же дело зовет тебя в ту часть нашего замечательного города? Не ваше дело. Знаешь, как все устроено? Окажи услугу мне, а я окажу услугу тебе. Назови цену. Отлично, твои новые документы готовы. Будь осторожен, ты направляешься в самую опасную часть нашего прекрасного города.
чертов план. Я найду тебя, обещаю. Место воняет тухлыми сосисками. Документы у меня. Почему ты мне не говоришь, что к чему? Надо встретиться с человеком по имени Минго. Он не патриот, но ненавидит нацистов и пользуется уважением повстанцев к югу от реки. Случилось, наверное, что-то серьезное, если ты собираешь лидеров повстанцев города в одном месте. Здесь я это обсуждать не стану. В данное время ты играешь ключевую роль в наших планах, Шон. Мне не нравится находиться в неведении. Тогда идем со мной. Мы встретимся с Минго. Потом мы скажем, что будет дальше. Мы сыты по горло. The Latin Quarter. We will rendezvous with Mingo at the Jardin du Plan. Не я один провожу ночи с британками. Осталось главное. Милые люди всегда понимают грязные намеки. Вероника сказала, что вы старые приятели. Вероника любит посплетничать. Говорят, англичанки холодны снаружи, но горячи внутри, а? А ты прикольный чувак. Why don't we take Skyler and Veronica to La Havre this weekend? Разве война не продолжается? Еще одна причина вкусить сладкой жизни, пока можем, не так ли? Не буду с этим спорить. Проверим, заслужил ли Сантос полученные деньги. Вероника будет рада, если вы со Скайлер к нам присоединитесь. Что-то сомневаюсь я. Ух ты, я чего-то его не знаю. Похоже, почти на месте. Слава богу. Вот это место. Будьте начеку. Что-то тут не так. Иди и не останавливайся. После заката на улицах становится опасно. Это вас называют Минго? Кто спрашивает? Люк Годен. О, пожаловал сам босс. Снизошел до нас из пентхауса? Я звоню не для общения. Я пришел по делу. В бизнесе нужно доверие. Доверие нужно заслужить. Это относится и к тебе. Встречаться так на открытом месте опасно? Вы слишком рискуете. Что это? Джеменс! Мы попали в засаду. Стой. Гляди здесь. Вернись в машину, черт возьми. День рождения нашего предводителя. Это событие сегодня будет отложено на 15 минут. Остановись. Держись.
Как они узнали, что мы будем здесь? Кто-то нас слил. Не смотри на меня. Эта встреча была твоей идеей. Покажитесь оба. Мы еще не разобрались с этим. Девлин, ты такой же плохой, как и нацисты. Кажется, мы потеряли его. Нужно найти укрытие. Я же говорила, что встречаться... Вот и неприятности. Открой чертовы глаза! Как тебя зовут, ирландец? Девлин. Ну что ж, мистер Делвин, ты находчивый малый. Задержись после собрания. У меня для тебя работа.